Мясников, на выход! Товарищ майор, заключенный Мясников по вашему приказанию доставлен. Ну что, Мясников, давай подписывай условное освобождение и гуляй. На. Я вам что сделал-то? Вы что, дайте досидеть. Мясников, я тебе говорю, подписывай условно-досрочное освобождение и гуляй на волю, давай. Да я вам что сделал-то? Вы что меня в самый разгар кризиса хотите выпнуть-то? Я честный преступник, дайте я досижу. Так я не понял. Полгода назад мы копали подкоп, хотели сбежать, а что изменилось-то? У вас что, рыбака не показывает? Я реально плохо сплю в последнее время. А что так? Много знаю. Индекс Доу Джонса, фьючерс и курс доллара. Я во всем этом подразобрался. Да так, что спать не могу сейчас. Правильно мне учительница в школе говорила? Говорит, Мясников, говорит, не торопись, говорит, посиди, поучи. Я только сейчас смысл ее слов понял. Хочу посидеть, поучить. Так, Мясников, хватит тут Ваньку валять, давай, подписывай все, иди, возьмешь кредит там, ипотеку, поживешь как человек, давай. А, знаю я. Я только выйду, вы дверь на засов, электричество в забор, воду в ров, и все, гуляй, слава. Сюда же вон полстраны стремится попасть. Вон Сердюков как косячит. Его все равно не берут. Так, по-хорошему, значит, не хотим, да? Я. Хорошо? Тогда по-плохому. Твоя жена и ребенок здесь у нас. Да вы что делаете, звери, а? Проходим, гражданочка. Гражданка Мясникова, вот ваш муж. Давайте, пожалуйста, убеждайте его, давайте. Слава, сиди в тюрьме, никого не слушай. Мы не пожили, да хоть ты поживешь, Слава. Так мы о чем с вами договариваемся? Чего ты стоишь? Давай. Пройдемте, гражданочка. Слава, отлично выглядишь. Я знаю, Таня. Потом подойдете к забору, я вам чая с сахаром перекину. Я тебе перекину! Я думаю, что они там стоят, на работу не ходят. Давай, проходи. Вот, товарищ майор, поймал гада. Так, что? Подкоп копал. Подкопка, вот. Пожалуйста, Мясникова, посмотри, есть еще нормальные зэки. Ха-ха, молодец, бежать хотел. Товарищ майор, он на зону подкоп копал. Значит так, гражданин, значит, пойдете сейчас на волю, расскажете всем там, что у нас здесь, ну, очень плохо. Пожалуйста, я тебя прошу. А мы вам за это, смотрите, вот, смотрите, а, вот, хлеба, вот, смотри, булку, вот, сахара, вот, килограмм, вот, смотрите, масло, пачку, а, пожалуйста, я тебя прошу. Давай, а, договорились, а? Да, только можно это все тут скушаю? Там отберут. Нельзя, ты здесь скушаешь и уснешь. Не выгоняйте! Я хочу выглядеть, как он! Я вас не выгоняю! Что ж они все сюда лезут? А что же здесь? Так понятно, реклама какая идет по радио, по телевидению, пожалуйста! Е-е-е! Пожизненно! Е-е-е! Ты посмотри, что там. Пожизненно, моя любимая! Мясников. Я тебя прошу, выйдешь, завалишь кого-нибудь, вернешься, давай. Чего вы такое говорите-то? Сейчас мало кого-нибудь завалить. Надо еще доказать, что это ты сделал. Мясников, я тебя как человеку прошу, у меня очередь на твое место. Я тебя прошу, давай, любую должность, любую, просто вот за любые деньги, давай. Я не знаю, ну, разве что губернатором. Губернатором? Ну. Давай, губернатор, подписывай. Ну. Молодец. Вот молодец. Че ты лыпишься, а? Надеюсь, через недельку к вам вернусь с новым сроком. Ты куда полетел? На Сахалин за пожизненным.